Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край, у нас апрель 2022 года, господа, и сейчас я вам покажу очень клёвый объект. Сразу я вас предупреждаю, что вы платите, ребята, 55 миллионов рублей не за дом, ребята, вы платите за локацию и за те чувства и эмоции, которые вы будете испытывать, когда вы будете проживать в этом доме. Вы будете просто кайфовать. Посмотрите, я сейчас стою просто на фоне дома, сзади, смотрите, какие горные вершины, а когда я вам покажу, какой там вид с веранды, вы просто сидите, пьете кофеечек, наслаждаетесь и просто смотрите на горные вершины, как катаются туристы, и вы же там катаетесь и наслаждаетесь, ребята. Мы находимся на улице Березовая, мы находимся в самом эпицентре, рядышком улица Эстонская, казино, Мариот. Ребята, это локация. 4 сотки земли, 144 квадратных метра по выписке данный дом, плюс цокольный этаж, ребята, который еще примерно 60 квадратных метров. То есть вы получаете 200, минимум 200 квадратных метров, 4 сотки земли в этой уникальной локации. Потрясающий дом, потрясающее место, и все это 55 миллионов рублей. Ребята, стоит ли это на сегодняшний день 55 миллионов? С учетом того, что на автомобильном переулке, вы знаете, я продаю несколько квартир, и стоимость однокомнатных квартир, которые, в принципе, метраж которых не превышает 30 квадратных метров, стоит на сегодняшний день минимум 20 миллионов рублей. И недавно я продал 50 квадратных метров за 30 миллионов рублей. Ребята, конечно же, дом за 55 миллионов рублей, где 200 квадратных метров, 4 сотки земли, своя парковка, отличная локация. Наслаждайтесь, чувствуйте себя уверенно, приезжайте, отдыхайте, катайтесь на лошадях, на лыжах, просто кайфуйте, ребята, просто кайфуйте. Если есть деньги, это незаменимо. Газ, пожалуйста, скважина, водоснабжение, пожалуйста. Что еще нужно? Абсолютно ничего. Просто релакс и кайф. Переворачиваю камеру, показываю. Вот наш домик стоит за великолепным забором. Вот такая великолепная, не бетонная, ребята, а асфальтированная, ребята, дорога, по которой вы подъезжаете к своему дому. Спокойненько заезжайте на парковочку. Здесь соседи, вот лично здесь соседи бывают крайне редко, мне сказали, какие-то серьезные люди живут. Дальше, почему прикольно здесь, собственно говоря, с водоснабжением? Здесь скважина и чистейшая вода. Здесь даже ручеек пробегает, и люди приезжают, ну, гости, говорит, к нам приезжают и набирают воду, потому что чистейшая вода. Видите, никаких строений там дальше, собственно говоря, нету, да? Все, туристы ходят, наслаждаются, все кайфуют, в шортиках, загорают. Ну, в общем, полным ходом. Ребята, заходим на территорию, и теперь я вам показываю, что мы здесь, собственно говоря, имеем и какие у нас здесь планы. Еще раз. Вот он наш дом. Закрываем калиточку. Парковочка, пожалуйста. Если туда проехать немножко дальше, две машины здесь станут. Вот у вас въездные ворота, без проблем. Откатные. Все, это общий сервитут. Заехали люди слева, справа, припарковались и, соответственно, попали. Ой, какой красивый вид, ребята. Просто посмотрите. Все. Здесь вы припарковались. Здесь планируется у нас банька. Планируется. Здесь можно все что угодно сделать, но планируется банька. Здесь скважина, насосик, все дела, фильтр. Ну, здесь планируется. Там уже вон, да. Здесь вот труба проходит. Вот, видишь? Ага. Вот на уровне. Ага. Там труба, то есть зацепиться, чтобы в баню. Все, было. Понял. То есть, ну, здесь реально просится банька, да. Просится банька. На самом деле, на территории можно, если вы захотите, реально здесь есть место, ребята, сделать бассейн. Если вы захотите, вопросов нету. Прямо вот. Здесь, вот здесь, да. Ну, потому что здесь зона отдыха, как бы, да. Мангал, беседочка. И проточная вода. И проточная вода, которую сейчас я вам покажу. И спокойненько вы здесь сделали себе бассейн. Без проблем. Место для этого есть. Все, я сейчас обойду дом, покажу вам цокольное помещение, чтобы тоже было понимание. Давайте слева направо обойду, покажу вам ручеек. Вот такие вот мощнейшие ливневочки, по которым, видите, бежит водичка прозрачненькая, чистенькая, аккуратненькая. Давайте я вам покажу. То есть у вас по собственному участку пробегает такая водичка. И, чтобы вы понимали, они, хозяева мне говорят: Дима, здесь такая чистейшая вода, что люди приезжают с канистрами, реально набирают у нас эту воду. Смотрите, значит, здесь что планируется? Сейчас я вам покажу цоколь, который примерно, мне кажется, минимум 60 квадратных метров. И здесь хотят тоже поставить такие перегородки. Он говорит, мы хотим стеклянные поставить, раздвижные такие двери, чтобы свет не загораживать. Понял? А здесь, говорит, что-то можно дополнительно хранить. В принципе, что-то можно дополнительно хранить. Первый этаж у нас там основательный, вы знаете, основательный фундамент, керамзитоблочное заполнение. Дальше дом у нас из склеенного бруса. Теплый, ребята, уютный такой, прикольный. Может быть, что-то там по ремонту, кого-то на свой вкус и цвет. Но я вам хочу сказать, что построен капитально. Смотрите.
отличный бакси-котел просто, газовый котел. Заходим. И я вам хочу сказать, что сколько я бывал на цокольных этажах, на разных стройках, в разных домах, я чувствую сырость, ребята, за километр. Сам знаю по своему дому и так далее, какие проблемы, нюансы, где вопросы с гидроизоляцией. Здесь, ребята, просто заходишь, и такое ощущение, что ты на полноценном первом либо втором этаже. Ты не чувствуешь себя на цоколе. Сухо, спокойно, никакого запаха, ничего. Все, зашел, с левой стороны у тебя здесь сразу санузел. Видите, все водоснабжение выведено. Это у нас санузел. Здесь общая разводочка. Вот еще раз говорю, вот котел. Вот мы зашли. Тут уже каждому свое. Кому-то бильярдная, кому-то баня, кому-то кабинет, кому-то мастерская. Без разницы, смотрите. Получается, грубо говоря. Ну, давайте так, если рассматривать как квартиру, то скажем так, что это кухня-гостиная и две спальни. То есть санузел у вас при входе и две спальни. Спальня номер раз. Полноценная, вот как раз с этим окошком, про которое я вам рассказывал, да, чтобы был свет. Она, можно сделать ее проходной. И спальня, соответственно, номер два. То есть можем сделать, то есть две спальни. То есть полноценно, здесь я вам говорю точно, здесь минимум 60 квадратных метров есть. Минимум 60 квадратных метров здесь есть. Вот такая вот история. Все, перекрытие. Здесь везде, по всему периметру, подстяжка, ребята, теплые полы. По всему периметру сделали, заложили теплые полы. Поэтому, ну, вообще ничего, знаете, вот ну, вам нужно зайти сюда и понять, что насколько здесь все сухо, аккуратненько и, соответственно, то есть полноценная двухкомнатная квартира, которую вы, в принципе, с отдельным входом, которую, в принципе, вы можете сдавать. И поверьте мне, в этой локации, когда вам, грубо говоря, шаг до казино, пойти там, грубо говоря, отыграть, там, если как кто-то развлекается, Red Arena и всевозможные там развлечения, аквапарк и так далее. Ну, ребят, здесь как бы ценники серьезные. Посмотрите просто, сколько стоит на Красной Поляне сдавать недвижимость. Все, у вас отдельный, пожалуйста, здесь вход. И можете как бы оставить это для себя, можете, соответственно, это сдавать. Без разницы, то есть по вашим нуждам. Сейчас я одеваю бахилы, захожу в дом и показываю вам, как у нас сделано что в доме. Еще раз говорю, 4 сотки земли и получается 200 с копейками квадратных метров на круг. 100% сюда просится небольшой бассейн, мангал, банька. Все, здесь у вас осталась парковка на, ну, как бы, если подвинетесь, то две машины станет. В принципе, хотите, подзалейте здесь вот площадочку, чего бы я не стал делать. И, соответственно, тогда раз, два и даже три машины станет спокойно. Забор есть, полноценный дом для полноценного проживания. Давайте еще раз я вам сниму дом, покажу. Он аккуратненький, он красивый, он симпатичный. Ну все, пойдемте в дом, и я вам покажу, как все сделано в доме. Так, ну смотрите, при входе мы попадаем в прихожую с вами. Прихожая очень просторная. И здесь, знаете, вот такая вот атмосфера, что называется, вы сейчас поймете, много световых точек, такая атмосфера вот уютного дома. Вот обратите внимание на все эти элементы декора. Очень интересно. Очень все интересно сделано. То есть вы попадаете в такой, знаете, вот свой дом. Что такое дом из клееного бруса, из бруса в принципе, из бревна, из оцилиндрованного бревна? Что такое дом? Поверьте мне, у меня до сих пор есть в Подмосковье такой дом, и хочу вам сказать, что в нем, и кто знает, в нем летом всегда прохладно, зимой всегда тепло. И это полный бред, кто говорит, что в Сочи не надо строить там дома, грубо говоря, или это не ликвид и так далее. Нет, ребята, это все ерунда. Абсолютно на ваш век хватит, и, в принципе, дома всегда стоят, ничего с ними абсолютно не происходит. Раз в пару лет вы, естественно, покрываете его специальным материалом, если нужно, подкрашиваете и так далее. Ничего не происходит. Вот я вам показываю, что прихожая очень просторная. Дальше у нас идет там, ну, типа гостиная, кухонная зона, ванная. Ну, и здесь вот подлестничное пространство можно тоже каким-то образом использовать. В данном случае здесь стоит стол, но он просто, возможно, так стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь только в прихожей 7 световых точек. Ну, давайте так, смотрите, заходим сюда. Да, конечно, кто-то скажет, что ой, красные диванчики. Ребята, это вообще не проблема. Берете, не нравится красный цвет, меняете и так далее. То есть здесь такие диваны. Вот. И, кстати, они безумно удобные. Я хочу вам сказать, я уже присаживался. Я уже присаживался, вы здесь собираетесь. Естественно, если вы молодежь, вы здесь можете спокойно посидеть, поиграть в мафию, отдохнуть. Вешаете плазму, телевизор. Можете здесь повесить, так сказать, этот тоже какой-нибудь, как он называется-то, господи, выдвижной. И погорланить в караоке. Ну, в принципе, такая зона. Ой, я не заметил. Я просто сказал мафия, а здесь как бы вот как раз таки, пожалуйста, то есть поиграть в мафию, собраться молодежи. Вот вам электрический камин, плюс он как бы этот,
Плюс он подогреваемый. Вот, везде вот батареи в доме очень, понятно, тепло, потому что сейчас и на улице тепло, но и, в принципе, в таком доме, естественно, тепло. Что находится под нами, какое цокольное помещение, вы уже видели капитально. Дом из бруса, ребят, дом утепленный, дом очень теплый. И летом, конечно, вам здесь всегда будет прохладно, хорошо. Вот собственники говорят, приехали от детей, у детей тоже там дом Барановки, квартира. Вот, и они говорят, приехали, заходим в дом, в доме хорошо, прохладно. Я понимаю, что они имеют в виду, я понимаю, о чем они говорят. Так, давайте дальше. Теперь дальше. Кухонная зона. Кухонная зона. Кухня очень просторная, с определенной фишкой. Просто с определенной фишкой, вы сейчас поймете. Смотрите, обеденная зона. Новая мебель абсолютно. Специально накрыли стол. Видите, новый стол. Все это остается, ребята. Обеденная зона. Кухня просторная. Кухонная зона. Духовка, электроплита, вытяжка. Что вы говорите? А, барная стойка? Да, барная стойка, холодильничек. Все это остается. Не понял, что вы еще говорите? А, посудомойка. Нет проблем, ребята. Конечно же. Посудомоечка Siemens. Нет проблем, ребята. Причем такая, знаете, полномасштабная. 60 на 80. На сколько? На 60. Воды. Да нескончаемое количество. Нескончаемое количество воды. И вот это та фишечка, про которую я вам говорил. Вы берете, вот просто представьте, вы просыпаетесь, берете чашечку чая, чашечку кофе или вечером бокальчик вина и выходите на вот свою верандочку. На свою верандочку. Вы выходите на свою верандочку, садитесь, так сказать, на ротанг, ребята, садитесь на ротанг. И что вы видите? Сейчас будет как это в телевизоре, смотрите. Та-да-да-да-да-да. Ну что вы скажете, ребят? Это не плазма, это не видео. Это просто вот такой вот вид. Просто такой вид у вас. То есть вы сидите, кайфуете, и там по трассам ездят лыжники. И вы вот кайфуете. Смотрите, какой контраст, да, белоснежных вершин. И здесь, соответственно, такой зелени. Просто послушайте. Я специально замолчал, чтобы вы оценили, ребят. Что вы, семья, оценили. Вы оценили? Но это кайф. Можно вот сюда еще присесть. То есть это кайф, ребят. Посмотрите, какой вид. И этот вид вам никто не перегородит. Потому что все уже построено. Здесь соседи, там соседи. Все, ребят. Этот вид у вас останется навсегда. Столько времени, сколько вы будете здесь жить. Так, что это, вы спросите у меня? Слушайте, ну такое, это техническое тоже помещение. Которое сейчас, естественно, немножко захламлено. Это бойлер, которым раньше люди пользовались, когда было электричество, но не было газа. Теперь газ, все функционирует, поэтому бойлер они выключили, потому что сейчас Бакси выдает нереальный кипяток, поэтому смысла в нем нет, но он остался. Ну, а под нами, помните, вот то пространство, которое тоже хотят использовать, я вам показывал, соответственно. То есть это не цоколь, а рядом, которое, да, на улице. То есть вот чтобы было понимание, что это за помещение. Все, показываю ванну на первом этаже. Показываю вам сейчас ванну. На первом этаже с кухней разобрались. Отличная, просторная кухня, отличная. Молодцы люди, не смотрят телевизоры, ни во что не вникают. Единственный телевизор на кухне, поддерживаю. На плитке на полу керама Марацци. Очень клевая плитка. Кстати, хотел себе тоже такую покупать. Она мне очень понравилась. Смотрите, как смотрится. Очень интересная фактура, текстура. В общем, очень интересно. Все необходимое для жизни. Стиралочка. Очень просторная душевая. Очень просторная душевая. Слушаете музыку, кайфуете, отдыхаете, купаетесь. Вот. Еще мне нравится, как здесь сделана очень электрика. То, что она, естественно, наружная. Мне, во-первых, очень безумно нравится. Вот. У меня, кстати, в дачном доме такая же в Подмосковье проводка. Мне очень, так сказать, нравится. Ребят, ну, в общем, супер. Что еще нужно? Ничего не нужно. Окошко, световая точка, естественно, вот таким вот образом затемнено. Тут тоже сколько угодно воды. Локация. Просто потрясающая локация. И если ставить вопрос покупки квартиры, допустим, ну, например, те же 50 квадратных метров или 30 квадратных метров, понимаете, за 20-30 миллионов рублей, то, конечно же, лучше дом. Лучше за эти деньги купить дом. Внизу еще раз, что мы имеем? Грубо говоря, спальня номер раз, назовем это, да, просто гостевая, либо для игры в мафию. Просторную кухню и, соответственно, санузел, отличную веранду, я думаю, что вы все поняли. И, соответственно, прихожая огромная. Здесь, естественно, вы просто нажали, поставили температуру, которую вы хотите видеть у себя в доме, и она поддерживается, да, то есть в данном случае 26 градусов, бакси вам нагоняет столько, сколько вам нужно. Ну что, поднимаемся на второй этаж. Здесь, как вы видите, оптиковое окно у нас.
пристроилась. Поднимаемся на второй этаж. Здесь у нас выход на балкон и такое помещение, но которое можно как бы использовать в качестве гардеробной, например, как гардеробной. Выходим. Здесь есть небольшой балкончик, тоже с этой стороны. Он небольшой, я не думаю, что вы будете много на нем времени проводить, но тем не менее он есть. И, соответственно, вид на зелень. Вот такая вот вид на зелень. И здесь у вас получается уже, помните, мы спроектировали вам бассейн, парковка, там мангальная зона, там любимый растапливает баньку. Ну, вот такая вот история у вас и идиллия. Все. Дальше у нас три спальни. Три спальни. Спальня номер раз, гостевая, давайте я сразу покажу ее. Здесь две кроватки. Люди не хотели сдавать. Стоял вопрос, а может быть начать сдавать? Ребята, чтобы вы понимали, за такие бабки можно сдавать. Это даже не в сезон, посуточно. Просто будет улетать, потому что раз, два, три, четыре, пять, шесть. Внизу семь, восемь. Восемь спальных мест, это не считая, если кухню, гостиную не переделать. Так можно даже 10 сделать. То есть отличный дом, да, с мангальной, с баней, с бассейном. Может, это такие бабки будут сдаваться. Вот мне нравится вот это вообще, я обалдею. Очень клевая, просто супер. Мне нравится. Так, вот, в общем, вы поняли. Это гостевая, допустим, либо детская. Дальше еще одна спальня. Потолки, ребята, высокие. Здесь, я не знаю, может, 4 метра, например. Вот, соответственно, вот спальня номер 2. Она, соответственно, тоже со световой точкой. И тоже с потрясающим видом, как вы можете любоваться и видеть это, да? А, ну вот у нас Мариотт, смотрите, все, чтобы было понимание, а то скажете, Дима говорит, что далеко от Мариотт рядом, а где он? Вот вам Мариотт, с правой стороны от Мариотта, как я сейчас навел камеры, казино, все. Все в шаговой доступности вообще, все в шаговой доступности. Считайте, что живете на улице Эстонская, и, соответственно, ваша спальня, тоже с таким же потрясающим видом. Все, повесьтесь, двуспальная кроватка, здесь туалетный столик, что важно для любой женщины. Повесьте здесь себе телевизор и будете смотреть, что происходит в мире. Вот. Люди не смотрят и правильно делают. Все, и любоваться на горы, на красивый пейзаж и так далее, да? Хотите, можете еще дальше продлить себе окно и сделать здесь себе вообще панорамное. Короче, вариант хороший, вот что я вам хочу сказать. Вариант хороший, по локации, хороший вариант. Поэтому, ребята, к нему присмотритесь к нему. Имейте в виду, что он есть. Это отличная локация, отличная цена на сегодняшний день. Кто хочет, прям жить и кайфовать на Красной Поляне. А так не забываем подписываться, ребята, на Яндекс.Зен, на Телеграм-канал, на Инстаграм, на все остальные ресурсы и паблики, которые вы видите под каждым видео. Под каждым видео. А я пойду присяду на веранду, которая мне безумно понравилась. Возьму конфеточку с разрешения хозяйки. И, соответственно, попью чай и, соответственно, буду наслаждаться вот такими великолепными, как у нас любят говорить, видовыми характеристиками. Ребята, счастья, здоровья, любви, я вас обнял. И не забывайте, вы можете просто приехать на Красную Поляну отдыхать, вы можете просто приехать в Сочи отдыхать, а можете на сегодняшний день купить великолепный домик и жить в Сочи. Ребят, но главное, самое главное из всего этого, будьте здоровы и не болейте. Это самое главное. Всем вам я желаю здоровья. Я вас обнял. Крепко-крепко обнял.